Мне родители нужны, потому что я их люблю. Без них я не смогу жить. Они моя опора. Они любят меня, я люблю их. Мама варит кашу, убирает вещи. Потом, а папа все нам делает, ухаживает за нами, когда мама куда-то уходит. Без родителей нельзя прожить. Ну, потому что они нам помогают во всем. Например, мама нам тоже может помочь с уроками там, если что-то сложное. Они нужны, чтобы ребенок был не один, а с взрослыми. И чтобы его не воровали, не ограбили. Нам нужны родители, чтобы они нас воспитали и могли о нас заботиться, вести нас в школу, давать нам деньги на всякие как бы школьные дела. Родители делают дела. Какие дела? Стирают, вешают белье. А мама вот, когда мы вот ложимся спать, она ночью не спит, потому что она гладит, ей много работы. А чем тогда занимаетесь вы? А мы занимаемся, мы играем. Иногда я иногда мыл посуду. Родители – это кто воспитывает детей. Выбирая, в какую школу пойдет, в какой садик, какое у него будет образование, где он будет учиться. Родители нужны детям, чтобы за ними ухаживать, например, там, чтобы заботиться о них, например, чтобы еще готовить, кушать, это самое главное. Родители ухаживают за ними и всегда в школу их водили, с ними занимались. Родители меня кормят, воспитывают, одевают. Мама нужна, чтобы нас кормила и поливала огород вместе с папой. А папа нужен, он покупает нам деньги и тоже поливает огород.